В составе предприятия «Сочи Теплоэнерго» 80 котельных, 20 насосных станций и 18 центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день на 50% объектов коммунальной инфраструктуры завершен планово-предупредительный ремонт. Таким образом, половина объектов теплоэнергетического комплекса в Сочи уже подготовлена к отопительному сезону. Особое внимание уделяется подготовке социально значимых объектов, а также организации резервных источников питания на объектах систем жизнеобеспечения города.